сейчас поеду на татуаж бровей. Вот какие они у меня без татуажа. Это первый татуаж. Я очень-очень волнуюсь. Боюсь боли. Нарисовали брови, определились с цветом, определились с формой, отделили такую шапочку, нанесли крем и ждем минут 10-15. Мы начинаем нашу процедуру. Вот наш эскиз. Сейчас мы будем его отмечать легкими движениями. Не больно. Не больно, потому что нанесена анестезия, выдержано время достаточное. Как будто выщипывают, ну только выщипывать даже больнее, чем сейчас. Вот отмечены точечки, они еле заметные. Теперь мы можем работать по всей площади брови. Видно, где мы будем прокрашивать. Я себя чувствую нормально. Если такие же ощущения будут, то нормально. Или еще больнее будет потом? Ну, немножко будете чувствовать в конце процедуры, но если потребуется, мы повторим анестезию. Будет нанесена вторичная. Крем у нас Эмла, да? Да. Такими легкими растушевочными движениями мы постепенно достигаем. Что там, кровь есть, нету? Нету никакой крови, абсолютно. Крови не должно быть. А при микроблейдинге есть, да? Ну, вчера видео смотрела. Чуть-чуть, немножко. Но тоже не должно быть. Вообще движения должны быть поверхностные. Мы должны работать только верхним слоем кожи. Верхним. Вот. Когда уже идет кровоток, да, виден. Это уже татуировка, да, получается. Да. Нет, не обязательно. Нет, не обязательно. Вот легкими движениями мы прокрашиваем бровку. Уже приобретает красивый вид. Да, Ирина? Да. Не видно, темновато. Вот отсюда. Лучше горизонтально снимать, когда в YouTube выкладываешь, там по бокам черная рамка.
Но 30% цвета вместе с основной корочкой уйдет, поняла? Угу. Сейчас они более такой цвет интенсивный, темноватый даже. Вот. После заживления. Через месяц? Да. Нет, ну, неделька будет где-то. Ближе. Мне можно посмотреть. Вот, мы одну сделали бровку. Вначале брови у нас идут волосочки, комбинированная техника и легкая растушевка в итоге получится. Вот такая вот я красоточка. Припухлости сойдут и будет чуть-чуть поестественнее. Мне очень понравилось. Больше боялась. Голоса нет, у меня заболело. Но видео снять надо. Сегодня 4-й день. Пошел, как я сделала татуаж бровей. Смотрите, уже корочки вот-вот начинают отваливаться, начинают трескаться. Ждем следующего дня. Я уже жду не дождусь, когда увижу окончательный результат. 5-й день заживления моих бровушек. Смотрите, у меня такое ощущение, что вот здесь вот под ними ничего нет. Ну, вообще говорит мастер, что цвет проявляется потом через 2 недели. Ну, посмотрим. Так не хотелось идти на коррекцию, ну, будет видно. 6-й день, как я сделала татуаж. Просыпаюсь я сегодня, а я без корочек. Почти без корочек, только вот кое-где вот здесь вот. А здесь уже все, да, практически все сошло. Вот здесь можно поправить. Ну, посмотрим через 2 недели. А общий вид такой естественный, мне нравится.